Но, по-моему, это у нас практически лучшее обновление, которое когда-то выходило в Танк Онлайн. Сейчас я вам объясню, почему. Рекомендую вам подписаться на канал Science и поучаствовать от меня в мини-конкурсе на целых 5 контейнеров. Для участия нужно будет подписаться на его канал и написать в комментариях свой игровой никнейм. Ну а про каналчик хочу сказать, что парень начал снимать недавно, выпускать ролики абсолютно каждый день, поэтому давайте его поддержим активностью. Ролики прикольные, я посмотрел 2 ролика начальных, соответственно, сейчас еще у нас посмотрю, потому что мне прям, ну, реально понравилось. Говорю чисто от сердца, от души. Если что, ссылочка на этот канал будет в описании. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить настройки своего аккаунта, тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, и у нас обновление, точнее анонс обновлений, который уже будет с завтрашнего дня в Танк Онлайн, и у нас День Святого Патрика. Если честно, я не помню, праздновался ли он когда-то в Танк Онлайн. Если что, напишите мне в комментариях, потому что я реально не помню. Вот и также, ребята, еще не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылочка на него будет в описании, потому что в последнее время, сами понимаете, с ютуба у нас творит полнейшая тотальная дичь, заблокируют, не заблокируют, хз. Поэтому, чтобы не потеряться, подписывайтесь, там у нас публикуются интересные новости. Так, ну а теперь мы с вами поговорим про обновление. Начнем с приятного, это у нас День Святого Патрика, скидки 30%, как обычно, улучшение 30-50, специальные события. Это с 18 марта по 21 марта на выходные. Режим Золотого Дракона. Локация Брест, Чернобыль и Бойня. Соло Джаггернаут. Особенность: повышенная частота выпадения золотых ящиков. Прикольно, блин, прикольно. Поиграем, обязательно поиграем. Так, и с 25 марта по 28 марта в игре у нас будет режим Джаггернаут. А, соло, не соло? А, соло. Брест Алькамс Йоршик. Покажите свой скилл в особом режиме соло Джаггернаут на легендарных картах. А, то есть я не понял. Два одинаковых режима. Единственное, что у нас здесь карты две, соответственно, другие. Соликамский Йоршик. Ну, вот как-то вот эти карты побольше мне нравятся. Вот Соликамск, Брест, вот и Йоршик мне не нравится. А здесь мне нравится у нас Бойня и... Ну и все, по факту Чернобыль нормально. Так, спецухи у нас, как обычно, 500 танкоинов, 15 ультраконтов, 3 дня премки, недельные, 290 ультров, краска Фудзияма, скин-контейнер за 1 000 000 кристаллов, ой, за 1 000 000 000 долларов. Так, увеличенные фонды и опыт, ультра-уикенди, комплектный состав ультра-та-та-та-та-та. Так, специальные миссии, вот. Задача выиграть один бой, гараж с победителем командов, ультра и ядерка. Для премиум аккаунт и здесь боевой пропуск, ну, дефолтные сданочки. Здесь у нас 7 ультраконтов и звездочки. Войди 3 раза в топ-3, получи. Потом выиграй 10 боев, окажившись в команде победителей. Потом заработать 15 тысяч кристаллов, в принципе, тоже несложно. Уничтожить 200 танков. Несложно набрать 5000 очков в любых битвах, использовать овердрайв. А, душновато, но несложно. Но несложно, в принципе, вполне себе выполнимо. И завершить 10 боев в режиме осады. Чё к чему этот режим осада дебильный? Завершить 10 боев. Ну окей, ладно, нелюбимый. Мой практически один из самых нелюбимых режимов, и это как раз таки осад. Ну зачем такое делать и зачем? Так, особая миссия, поймай удачу. Эта миссия появится в игре с завтрашнего... Не, не завтрашнего дня, отставить завтрашний день. Она появится у нас 20 марта. И на 12 часиков, да, сдача уничтожить один танк в краске «Счастливая монета», награда 7 ультраконтейнеров,
не шутя себе. Так, это получается у нас будет в воскресенье вся штука, да, на выходных. Ну, кстати, прикольно. И один небольшой спойлер, ребята. Я буду самым тем чуваком, который будет на вот этой красочке. Да, меня можно тоже будет убить, поэтому стримчики будут. И, соответственно, можете на мне с легкостью пофармить этих лепрекончиков. Да-да-я. Поэтому милости все, как говорится, просим. Так, особая краска, трилист... Чё, трилистник? Трилистник? Билборд, парашюты, скин золотых ящиков и вот дроп-зона. Ждём с того Патрика. Ну, по зданиям, кстати, зданки очень прикольные. В итоге у нас можно было получить себе 7 ультра, там 7 ультра, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... ультра-контейнер бесплатно можно будет получить. И если у вас есть еще премка и, соответственно, боевой пропуск, можно себе будет еще получить 4. То есть 25 ультра-контов можно, по сути, у нас получить. 21 бесплатно и еще 4 штучки у нас платненько можно себе будет зафармить. В принципе, прям неплохо. Я бы даже сказал, вообще отличненько. Окей. Вот это, наверное, красочка будет, которая у нас на скриншотике изображена. Прикол десно. Так, теперь про обновление. Я-то думал, здесь у нас прям будет офигеть какой список. Ну ладно, давайте, соответственно, прочтем. Ультраконтейнер, добавлен новое устройство для огнемета, магнитная смесь. Это что? Это, наверное, типа... Парализующая смесь для огнемета, за тем исключением, что накладывается при критическом устройстве эффект Эмми. А, понял. Блин, ну кстати, устройство достаточно имбовенькое. Так, боевые чаты временно отключены. Мы временно выключаем чаты в битвах из-за сложностей с особенностями оперативной модерации в текущих условиях. Чаты лобби игры останутся доступными. Окей. Понял. Понял, принял. Ну, мне, в принципе, на боевой чат всегда было все равно. Я только за, чтобы их у нас отключали. Потому что я не люблю, когда там всякую гадость пишут. Потом приходится еще в некоторых моментах на роликах вырезать, на стримчиках. Как на это внимание обращать. Поэтому, ну, в принципе, нормально, конечно. Но в лобби-то они у нас останутся. Поэтому, ну, лобби это, в принципе, нормально. Пушка рикошет. Критический урон повышен до 270-540. Угу. Затраты энергии на выстрел увеличены. Ага, это, кстати, тоже не очень... Ну, в принципе, думаю, нормально будет. Скорость зарядки увеличена с 50 до 300... До 230. Ничего себе. Число выстрелов до исчерпания энергии уменьшается с 30, по факту, до 14-15. И комментарии. Прошлые существенные изменения в рикошете решили проблемы эффективности пушки, но делали ее слишком похожей на твинс. Баллон был фактически бесконечным, новые настройки должны сохранить эффективность пушки при наличии энергии, а также существенно быстрее возвращать ей работоспособность после исчерпания энергии. Мы рассчитываем, что твинс будет отвечать за подавление огнем, а рикошет за точное уничтожение одиночных целей на той же дистанции. Окей, посмотрим, потестируем. Устройство дестабилизированная плазма. А, это на чё? Я что-то забыл. Скорость снарядов увеличена. Наверное, тот же самый рикошет, да? Да, на рикошетик. А, увеличивается на 20%. И устройство у нас до 245 кристаллов поднимается. А, устройство плазмофакел. Потребление энергии на выстрелах снижено на 30%. О, прикольно. Кулдаун на смену вооружения матчмейкинга увеличен с 11 до 12. Кулдаун на смену вооружения в пробитах уменьшен с 11 до 10. В режиме паркур смена вооружения больше не требует ожидания таймера перед... О, вот это вот дело правильно. Вот это дело правильно, потому что в паркурчике меня это иногда прям бесило. Добавлена форма смены никнейма в случае, если никнейм устарел и давно не активировался.
Ну, я вам скажу так, не знаю, конечно, как вам, но по-моему, это у нас практически лучшее обновление, которое когда-то выходило в Танк Онлайн. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что, ну, во-первых, все, соответственно, обновы, которые у нас вышли на форуме, они прям ничего существенно не дисбалансят. Это уже очень хорошо. Вот, и плюс праздник выходит, День Святого Патрика, который тоже достаточно у нас имбовый получится в плане фарма ультраконтейнеров, потому что до этого можно было себе нафармить около 15 ультраконтов бесплатно, а здесь же у нас можно будет нафармить себе 21 ультраконтейнер на халяву и 25, если у вас есть премочка и, соответственно, боевой пропуск. Прикольно, прям очень прикольно. Вот еще и миссия будет убить особых, соответственно, чуваков, которые у нас будут кататься в краске или приконов. Блин, мне не знаю, как вам, но мне, по-моему, это прям зашло на все 100%. Еще у нас в преддверии будет, наверное, 1 апреля. Кстати, вот я не знаю, 1 апреля у нас будет вообще весь праздник этот проходить, День смех, все дела. Вот это тоже нужно будет, соответственно, немножко узнать. Наверное, у разработчиков, если шоу, я вам скажу. Да? Да. Так, наверное, мы с вами и поступим. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока.